ребят, всем тихо вечера, хотя сейчас и день. С вами Лизард, и это будет разговорное видео насчет моего канала и насчет планов. То, что я обещал еще в видео по FNAF, которое буквально недавно вышло. Грубо говоря, это LHP 2, ну или же Лизард хочет поговорить 2. Разговорное видео, потому что почему бы не. Для начала начну со своего канала, потому что, во-первых, ребят, я рад, что мы за это лето смогли набрать аудиторию в 60 подписчиков. Честно, я, ребят, каждого из вас прям обнимаю. Нет, правда, это реально для меня огромная цель, я прям шокинг, потому что, если бы вы знали о моих прошлых каналах, они еле как набирали 20 подписчиков. Ну там верно, я там даже ни монтажа нормального не делал, ни звук, ничего. А сейчас я как бы начал со звуком заниматься нормально и делать монтаж хотя бы более-менее приемлемый. Вот. Так что огромное вам спасибо. Также, я думаю, скоро я обновлю визуальную часть канала. Я обновлю шапку, потому что да, она прикольная, но на ней есть некоторые игры, по которым я видео, по сути, не снимаю. Да и нет ни цветокоррекции, ни эффектов, абсолютно ничего. С аватаркой это, конечно, проблема, потому что на аватарку я просто взял и поставил мой скетч персонажа Лизарда и такой думаю, а, нормально. Нет, я... Думаю, я эту аватарку либо перерисую. Дальше. Давайте поговорим про Among the Trees. Да, это игра, про которую после 4-го девлога новостей не было. Как бы она вышла, и людям она понравилась. Дело в том, что я смог найти уже 8 ютуберов, или даже больше, кто снимали про нашу игру. И, ребят, я вам всем просто говорю огромное спасибо и крепко обнимаю, потому что какая-никакая, но... аудитория нашей игры набирается, и этому очень благодарен. Ну и еще насчет разработки. Сейчас, чтобы не было каких недопониманий, то что... А сейчас же, сейчас уже 2 месяца прошло, точнее даже месяц. Разработка над игрой ведется, просто немного медленно, потому что у нашего 3D отвечающего Тотора, у него там проблемы с компьютером. Так что я его прекрасно понимаю. В основном, сейчас мы переделываем первую локацию, приносим некоторые внешние изменения, возможно и геймплейные будут, я не знаю. Также обновили меню и покажу вам лишь пару скриншотов из игры, потому что не хочу сильно спойлерить, но при этом я и не хочу, грубо говоря, навязывать то, что на словах мы делаем игру, а на самом деле мы ничего не делаем. Нет, ребят, игра делается. Ну и еще думаю, то возможно я наберу информацию и сниму 5-й девлог, где я расскажу о локациях, которые мы будем переделывать, ну и возможно еще о чем-нибудь. Про FNAF. Дело в том, что я буквально недавно снимал новое видео по FNAF, по вселенной FNAF, где я связал информацию и про AR, и про Security Breach, и про фан-вселенную. Дело в том, что в четверг... На FNAF AR добавили Балору, а не Левшу. Это во-первых. А во-вторых, слили новые игрушки по Security Breach. И что я насчет них могу сказать? Прикольный дизайн. Нет, дизайн правда хороший, но, блин, во-первых, это слив, и раз уже мерч по игре есть, как-то, знаете, интерес к игре просто пропадает, и как-то не сильно уже ждешь новую часть, потому что фигурки, игрушки, постеры, календари. Зачем делать мерч раньше времени, я не понимаю. Но меня очень заинтересовала фишка с фан-вселенной Фазбера, потому что я очень буду ждать остальных проектов, и FNAF 4, и FLAMPTY 3, и Pop Goes Evergreen, и ZGF Creation Ignited Edition, и Final Fantasy 1 ремейк. Я буду все ждать, потому что, помимо как бы продвижения фан-вселенных от Скотта, эти игры получат и консольные, и мобильные порты, а еще у них будет мерч. То есть... Те, кто хотели поиграть в FNAF, FLAMPTY, ZGF Creation, Pop Goes на Android, у вас такая будет возможность. Ну, на Android, на iOS. Дальше хочу поговорить про симулякру вторую. Да, это игра, которую я, к сожалению, забросил на канале. У меня до сих пор есть теория про Риплмена. Точнее, не теория, а я хочу сделать про него видос, типа, история Риплмена. Потому что в игре... Есть один файл, который можем восстановить, и в нем рассказывается, можно сказать, первое появление Риплмена как злодея в игре. Я хочу эту статью, возможно, как-нибудь ближе к зиме полностью перевести, сделать по ней видео, да и плюс, может быть, что-нибудь у вас узнать, кто меня знает. А еще недавно начали выходить новые тизеры к Симулякре 3. Для того, что еще где-то, наверное, зимой, в феврале, в марте, разработчики на официальном дискорд-сервере Симулякре 3 говорили, что да, Симулякра 3 будет, и не да.
недавно, точнее где-то около месяца назад, разработчики стали выпускать тизеры, не несущие в себе смысла. Нет, ну серьезно, так называется прям канал в Дискорде. Тизерс without context, то бишь тизеры, которые не имеют в себе смысла. Но! Они имеют в себе смысл, но смысл такой, что нам приходится самим додумывать о том, о чем будет игра и о всем таком. И там же есть достаточно тизеров, чтобы сделать небольшое видео по теориям, что, возможно, скоро будет на канале. Хочу рассказать там про таймлайн игры, то бишь, когда будет происходить третья часть. Там еще есть канал, где мы обсуждаем как бы теории, и у людей уже появились догадки насчет того, когда будет происходить игра. Ребят, дело в том, что в первом ЛХП я рассказал о том, что я хочу выпустить альбом лоу-фай саундтреков. Так вот, это будет даже не альбом, это будут саундтреки к новой игре. Хочу официально заявить, что мы, как Фикомик Студия, помимо Among the Trees, еще где-то около месяца назад начали работать над новой игрой, которую мы назвали Lo-Fi Parkour. Притом название пока что не точное. Скриншоты я показывать вообще не хочу, потому что это будут спойлеры. Насчет того, как она будет происходить, где и почему, я говорить не хочу. Сейчас будет немного печальная новость, ребят, но я больше не хочу снимать или связываться с Dark Deception как фандомом в принципе. Дело в том, что у меня с этим фандомом связано много не очень приятных воспоминаний, да и плюс давление комьюнити, сливы, дискорд-сервер, обзоры, теории. Вот это вот все в Dark Deception просто смешано, непонятно. И у тебя просто каша в голове, то есть ты ничего не понимаешь. Поэтому, ребят, по Dark Deception теории больше не будет, к сожалению. Просто, блин, если вы тут из-за ДД, то... Зачем? Потому что я ДД больше снимать не буду. Просто, серьезно, если тут из-за ДД, то как бы не было мне грустно говорить, что вы можете отписаться, если будет за ДД. Также я в курсе, что недавно по Бенде был опубликован новый тизер. Точнее, там скриншот от Митли, и это не скриншот локации, а скриншот объекта. Я, конечно, могу сделать по нему видео, но оно будет где-то на минуту, на две. Дождусь начала осени, а там посмотрим. Если будут новости по Dark Revival, то я все это соберу и сделаю одно видео. Или я сделаю видео по скриншоту отдельно, плюс поставлю, кроме обзора, еще и мои там догадки, теории, и буду делать так потихоньку новости по Бенди. И вообще, по сути, на этой ноте можно закончить видео, потому что я все, что мне нужно было, рассказал и по играм, и по фандомам, и все, наверное, да. В общем, ребят, с вами был Лизард, спасибо за 62 подписчика, я прям очень ценю, хочу вас всех прям разобнимать, затискать, но знаю, что я так не могу. А на этом у меня все, всем пока и удачи.